Знакомьтесь, это семья Людмилы и Олега Гордиевских. У многодетной пары четверо детей. Они участники проекта социальной направленности «Активное родительство». Брещане не представляют свою жизнь без развития, потому сфера их интересов довольно широкая. Вместе с другими участниками проекта они каждый день ищут и находят решение детско-родительских проблем, которые могут возникнуть внутри любой семьи. Это подростковый возраст, вопросы прививок у детей, грудное вскармливание и многое другое. Идея была у нескольких людей. Как бы основные идейные вдохновители проекта – это люди, которые состоят в организации «Христианское содружество взрослых и молодых». Вот, и они очень хотели создать некий такой родительский клуб, в котором будет полезно быть родителем, получать какую-то полезную информацию, поддержку. И общаться просто друг с другом, помогая друг другу таким образом. Кстати, именно семья Гордиевских в скором времени появится на билбордах города и станет рекламным лицом родительского клуба. А отец семейства Олег уверен, настоящая гармония в доме возникает только в том случае, если папа не только работает, но и вникает исключительно во все проблемы своих домочадцев. Мне кажется, в современном мире роль папы она достаточно, не меньше, чем мамы, скажем так, в воспитании детей. Вот, поэтому я думаю, сегодня мамам без пап никуда, без пап никуда. Проект «Активное родительство» появился в Бресте по инициативе неравнодушных мам и перерос в целое движение. Не только в соцсетях, но и в жизни. Как открыть свой бизнес, получить образование в декретном отпуске? Темы задают сами участники, делятся опытом и приглашают специалистов. Особенность социального проекта – на все занятия можно приходить с детьми. Одним из его организаторов является брещанка Анастасия Чухлатая. Когда мы с Олей Крусь, с автором проекта, стали мамами, мы задумались над тем, что, оказывается, семья – это так здорово, и когда появляются дети, нам по-прежнему хочется не просто сидеть в песочнице с малышами, а нам хочется заниматься активной социальной деятельностью. Проект «Активное родительство» – это проект, который реализуется при поддержке программы «Малых грантов» посольства США, и реализуется он общественной организацией, Брестское городское отделение общественной организации «Христианское содружество взрослых и молодых». Активная деятельность участников проекта уже принесла свои плоды. В общественных местах появились дополнительные пандусы и комнаты для кормления ребенка. Мы проводили статистику, мы проводили вместе с Малышкиной школой большой опрос. И в прошлом году таких комнат, о которых нам известно было 8, а в этом году уже 18. Ну, то есть рост плюс 10 комнат в городе. Счастливые истории родителей Брестского проекта в эти дни можно увидеть на выставке фотографий. Героями стали 6 семей. А стать участником активного родительства может любой, даже если у вас пока нет семьи и детей. Возраст 0+, без верхнего лимита. Мирослава Коваленко, Григорий Пекарский, телекомпания БукТВ.